кошки не только создают уют в нашем доме, но и лечат наши души. А еще они дарят нам здоровье. Чем могут помочь кошки? Оказывается, кошки нуждаются в отрицательной энергии, которая скапливается в больном месте человека. Поэтому они стремятся лечь на болезненную область, вытягивая боль на себя. Тут обоюдная выгода. Человеку становится легче, выздоровление ускоряется, а кошка получает энергетическую подзарядку. К тому же кошка – природная грелка, которая хорошо помогает при суставных болях, простудных заболеваниях. Целительное мурчание питомца имеет схожие вибрации с медицинскими аппаратами. Оно помогает быстрому сращиванию костей, заживлению ран и ушибов. Замечено, что люди с психическими заболеваниями успешно с ними борются благодаря помощи кошек. Всевозможные обнимашки, поглаживания, разговоры с кошкой по душам помогают человеку справиться с переживаниями, навязчивыми фобиями и нервными срывами. Что происходит с человеком, когда он гладит кота? Кошки реагируют на прикосновение по-разному, выгибают спинку, мурчат, ласкаются о руки, трутся о ноги, лижут лицо и руки, бодаются. Человек положительно реагирует на поглаживание кошки. Наша кожа – чувствительный орган осязания, содержащий множество нервных окончаний и рецепторов. Нам так приятны ощущения от шерсти и тепла животного. Коготки-мурлыки, словно иголочки, делают массаж во время молочного шага. От таких действий кровь в организме человека циркулирует быстрее, насыщая организм кислородом. Как кошки разных окрасов влияют на человека? Питомцы черной окраски в два раза больше берут на себя отрицательной энергии. Кошки бежевого и рыжего цвета дают энергию. Серые и голубые мурлыки успокаивают нервозность и уменьшают беспокойство. Белые кошки лечат по всем фронтам, объединяя в себе все способности. Беляночка погасит любую бурю в организме любимого человека. Важно понимать, что кошка сама должна захотеть помочь хозяину. Будьте внимательны к своим пушистым, и они ответят вам добром.